Всем привет! Наш промежуточный пункт гостиницы Holiday Inn по дороге в Сан-Диего. Останавливаемся на одну ночь в этой гостинице. Всякие там бутербродики. Ну, так это достаточно? Нет, ну это так место. Салон Бенефан. Мега Бенефан. Всем привет. Мы получили очень классный номер в гостинице... города Скоттсдейл. Да, в гостинице города Скоттсдейл. Это пригородный город по дороге в Сан-Диего. Просто ехать... А? Да, для нас тут просто люксус. Получился так, салончик, спальня. И что самое главное, выход в бассейн. Сейчас я вам покажу. Кто плескается в этом бассейне. Эмили! Эмили Зив, передайте привет. Мы уже даже успели поставить стирку. Слава, кстати, идем и... Она уже постиралась. Да, идем. Здесь мы получили охладительные напитки с бутербродиками. Всякие были такие крекеры с горячим сыром. Как раз было кстати, они нам сэкономили время. Мы никуда не ездили. Не тратили время на поиски еды. Всем привет! Мы до сих пор в той же самой гостинице. Дети добрались до бесплатного, и вечером, через минут где-то 50, закрывается бассейн, и они до последней минуты пытаются получить удовольствие. Смотрите. Мои дети, абсолютно не зная языка, познакомились с англоязычными детьми. И они вот так вот познакомились и играют вместе. Доброе утро! Мы заканчиваем свое путешествие. Мы ждем уже последние минуты перед тем, как оставляем эту гостиницу. Здесь очень приятно. Утром у нас там был завтрак. А сейчас можно будет в дорогу взять холодные охладительные такие напитки с лимончиком. Зив, наберешь? Мне тоже, Зив. Ты имеешь в виду, как вода? Я не пробовала. Почему? Прибыл как раз наш собственный частный водитель. Он уже... Я уже, да, туда и обратно. Он уже вез все вещи. У меня не получилось предыдущее видео. Я вместо play нажал на паузу, как Слава старательно на тележке отвозил наши вещи. Мы очень классно провели время в этой гостинице. Слава вбивает адрес, GPS. Это все нас ждет длинный путь, где-то 5 часов без остановки. Да, Слав, 5 часов? Слав. 5,5. Зато потом мы будем целых 5 ночей. Да, мы будем целых 5 ночей на одном месте. Так что, Эмили, какое у тебя главное желание насчет той гостиницы? Бассейна, он? Нормальное место. А что здесь было ненормальное? Ну, они это втыкают в стороны, что невозможно выключить. Эмили все время, у нее война с заправленными
кровати. Ничего, мы будем дома так практиковаться. Ты даже очень красивая, Эмили. А что было еще? Вот, ну, я думаю, что главное желание у детей, чтобы был бассейн. И, да, Зим, будем надеяться, что будет бассейн? Нет. Ты не хочешь бассейн? Ты уже накупалась? Вот, потому что бассейн – это для них самое большое счастье. Так что все. Будут какие-то новости, я обязательно засниму. Будет что-то, если будет что-то интересное. Мы зашли в спортивный магазин. Где Слава сейчас отводит душу. Не спортивный, просто спортивный. Для путешественников. Это магазин, да. Для... משפחה, נכון, זה לא מעניין? זה לא מעניין. זה אנחנו נראה אחר כך. Итак, мы доехали до следующей нашей остановки. В очередной раз мы останавливаемся в гостинице Holiday Inn. И мы еще не дошли до комнаты, но потому как оно выглядит снаружи, здесь очень уютненько. Сейчас вы посмотрите, как оно выглядит внутри, в лобби. Это, кстати, наши все вещи, наш багаж. Такой приятный домашний интерьер здесь. Камин. А что, как она выглядит? Нет, у них, у вас есть еще шабах эти. Зив. Ком сагур. Ну, классно. Бреха ктана. Бреха ктана, да? Ксата мука. Там уже и там есть люди? Ло. Ну, так супер, так у вас будет такая частная бреха. Ты не сможешь найти. Очень. Скажи. Очень. А он не хотел идти. Все, нам сказал, что нет, готов номер. Иди вперед, можешь снимать. Девушка, айпад твой. Милешек, возьми, пожалуйста, котеночек. Что еще у нас? Я же должна заснять. У меня в прошлый раз не получилось заснять весь этот процесс. Смотрите, какой музыкой вы сопровождаете. Смотри. Фа, ты слышишь? Танцуйте. Между прочим, вы-то не в курсе, но мы только утром начали ехать с этой тележкой. С одной гостиницы Holiday Inn. Другую гостиницу Holiday Inn. И посмотрите, у нас все-таки целый день ждали. Эмили! Эмили! Шалом! А ключ вы взяли? Мама, иди на ходорогу шла. Так, сам закай. Секунду, стоп. Вы знаете, что мы здесь увидели? Здесь есть поликлиника детская зубная. А, да? Да. Ну, как раз для нас. Ты же, наверное, все предусмотрел сам. Конечно. Я же знал, что у нашего ребенка начнет вываливаться зуб. Ты помогаешь папе? Да, посмотри, как сильно я. Посмотри, как сильно.
דברים בחדר. Все, ему же катан. Ему же не угодишь, ты понял? Ну, а где выход в бассейн? Не, выхода нет, он тут за углом. Ну, в общем, ну, мы справимся, нет? Телевизор у вас есть? Нету еды. Почему нет? Микрогаз, холодильник. Нет, нету ничего. Нет, ну подожди, сейчас будет. У тебя здесь маколит рядом. Кстати, недорогой маколит, мы сейчас там мороженое купим. Ну подожди, секунду. Не, я хочу в бассейн. Тоже я. Ну, эти пока пойдут в бассейн, мы пойдем. Хорошо, ладно, давайте. Так. Уже буквально прошло 5 минут с момента, как мы приехали в новую гостиницу. И Эмили с Зивом, не теряя ни минуты своей жизни, первым делом побежали куда? В бассейн. И к ихнему великому счастью, бассейн оказался только для них. Достаешь ногами дно? Да. Когда ты прыгаешь. Опасно здесь. Лучше не рисковать. Лучше не рисковать. А Слава пытается, здесь очень душно, Слава пытается наладить кондиционер. Зив. Зив, Эмили, вы знаете, в каком городе вы сейчас? В мексиканском городе, как он называется там? Омывает купальню. Ой,
Зів. 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 Зів.